Всем огромный привет, это по-прежнему Кэррион, ядерный реактор. Я так понимаю, что мы подбираемся потихонечку к завершению. Давайте попытаемся эту фигню вытащить отсюда. Чтобы вытащить, удерживать Е. Понятно, все хорошо. И теперь мы можем выбраться. У нас с вами несколько проходов есть. У меня такое ощущение, что... Ну, секундочку. Я вот эту фигню уже не могу вытащить, наверное. Хотя... Да, нет, пока что не могу. У нас сейчас есть возможность протиснуться в те места, куда мы раньше попасть с вами не могли. И это очень важно. Ага, это проход по кругу. Пошли искать как раз эти затычки. Где-то они здесь были. А, вот одна затычка, хорошо. И здесь, если не ошибаюсь, да, где-то рядышком совсем. Кстати, в ту сторону, наоборот. Сейчас оставим. Где-то рядышком я находил людей, до которых никак добраться не мог. Возможно, даже здесь. Сейчас посмотрим. Давай вниз сходим. Возможно, даже где-то здесь. Нет, мы с вами здесь были, хорошо. Здесь у нас был проход, у нас не было прохода вот в эти места, там, где были пробки как раз. Так, забираем. Здесь мы воду слили, где-то, скорее всего, вода поднимется. Сейчас посмотрим. Как странно, мы же были здесь. Разве нет? Вот, это то самое место, про которое написали, что я его не взял. Нет, нет, взял. Может быть, сюда? Здесь закрыто. Так, ладно, сейчас нужно искать. Потому что так на скидку я, честно говоря, не помню. Но я думаю, сейчас быстро найдем. Пробки появились на последних уровнях. Раньше их вообще не было. А, точно, верняк. Здесь я не мог пройти, да. Вот она, эта пробочка, которая мешала. Давай, подожди, переключатель. Здесь показано полигон бронетехники. Полигон бронетехники, мне не хочется туда идти, безопасно там. Зараза, я не хочу туда идти, реально. Так, это... Мы опять же... Чего? Почему я хожу по кругу? Как мне попасть в эту дурацкую дырку? Такое ощущение, что это просто шорткат открылся. Вот, нашел. Я нашел ее. Ну-ка, наверху что здесь? Понял. Все, я нашел эту дурацкую дырку. Я очень сильно надеюсь, что это она. Нет? Это прям сразу в полигон бронетехники нас закинуло. Это даже не в ту дырку, но окей. Ладно, давайте посмотрим, что здесь имеется. Угу, понятно. Постой, постой, постой. Сейчас мы попытаемся все провернуть аккуратно. Какой же ты огромный уже, а? Окей. Верхний нас увидеть не может. Нам нужно, чтобы они смотрели в разные стороны. Вот так вот хотя бы. Стреляй в него. Стреляй в него. Все, нет его теперь. Вот теперь он его точно убил. Ну ладно. А нет, вот он. Есть, наконец-то. Все, пойдем. Ты смотри, вот эти трупаки, они остаются целехоньками, с ними вообще ничего не происходит. Не разорвавшиеся боеприпасы. Ну-ну. А. Как интересно. Давай, дружище, переключай. Пошли наверх. Это опять же вызов, скорее всего. Сломать не могу. Я мог снизу, естественно, проплыть. Интересно, у вас оружейка есть? Нет у них оружейки. Ладно, я не буду их мучить, я их просто съем. Я не очень понимаю, что мне здесь нужно вообще. Скорее всего, просто
Так, это открывает эту дверь. Там подзарядка, которая мне в принципе не нужна, но можно сейчас вот это отсюда убрать на будущее. Эта дверь закрыта, но мы здесь можем пройти. У меня такое ощущение, что здесь нужно как бы очень быстренько просочиться. Мы такие огромные, что это практически невозможно сделать. Вау! Какой он жесткий, он просто меня убил в один удар. Ладно, хорошо, запомним. И идем сюда. Этот новый тип турели, это прям супер жесткая вещь. Прям в один выстрел нас убивает. Они нашли от нас лекарство. Этот такой... У меня запор, я ничего не знаю. Сейчас просто нужно здесь аккуратно, потому что он сразу схватит оружие и начнет стрелять. Ладно. А здесь проход вот наверх, да? Ладно. Да, вот сюда. Без разницы. Можно в любой форме это делать. Подожди. А, это стекло. Что за... Взяли под контроль, хорошо. Меня снизу начали стрелять, понял. Ха, прикинь. До свидания, засранец. Не захотел принимать своего нового мастера. Теперь здесь 6. Сдохни. Всегда девушки тебя засекают. Ты заметил, да? Да, это стекла. Но они типа бронированные. Стреляй, стреляй в него. Хорошо. Ау, сложно. Да не, ничего не сложно. Так просто. Хорошо. Только не знаешь, что я. Этот чувак живой. Почему он по мне не стреляет, я не понимаю. Ну ладно, хорошо. Выход. Где-то в этой стороне. Может быть, здесь протиснуться можно, нет? Странно. Интересно, вообще с этой турелькой можно что-то сделать или нет? Но я могу вот сюда спрятаться, например, смотри. И сюда быстренько телепортнуть сюда. Турель меня запалить не должна, она слишком далеко. Есть, хорошо. Давай разместим. Да что-то мы какие-то супер тяжелые. Меня это начинает напрягать. Не, ну серьезно, а я могу разрушить эту турель? Если что, всегда сможем... Иди сюда, я тебя поем. Мне прям очень интересно, могу ли я ее сломать. Тихо. Да куда ты? Мне прям очень интересно, могу ли я сломать эту турель. Ну да ладно, не будем сейчас экспериментировать. Я не могу пока что ломать вот такие блоки, они очень мощные для меня. Странно, да? Там дроид. Здесь я могу, в принципе, выломать, но мне нужно немножко отъесться. Воу. Хорошо, что здесь разместил биомассу, можно было отъесться, пошли обратно. Нет, это сломать нельзя. Вот это можно. Давай. Не в ту сторону. Класс.
Каждый раз, когда они здесь проходят, я смогу их убивать, но теперь у них там истерика, все хорошо. Протиснуться могу. Дядь, привет. Как дела? Не буду трогать. Все отключилось. Не буду тебя трогать, не переживай, не буду я тебя трогать. А сюда она не вышла, да? То есть она осталась в той комнате или она вообще исчезла? Ну-ка, подожди. Понятно, я не хотел тебя трогать, но нужно было проверить, просто уж извини. А то ей бы все равно не поверили, что ее монстр оставила живых. По-любому бы стали препарировать, изучать, может быть, она заражена. Так что мы ей просто оказали услугу, можно сказать. Ну что, нам нужно разместить сейчас немножечко биомассы. Могу ли я это где-то здесь сделать? Да, могу вот здесь вот. И вытолкнуть вот там пробку. Начинает делать такие запутанные уже вещи, то есть туда-сюда, туда-сюда тебе приходится перекидываться постоянно. Во, хорошо, наконец-то хотя бы первая точка. Из 6. Воу, это долго. Но мы очень долго пробивались сюда. Ладно, пошли сюда пока что. А, понятно. Секунду, я не понимаю. Это выход. Здесь тупик. Здесь я не могу, мне воды не хватает. А, заставляют фигней страдать. Вот так вот. Отлично. Пошли посмотрим, что там. Роботы, роботы. Она зацеплена за другого робота, который снизу где-то здесь. Но роботы даже должны управляться людьми. Вау. Вау. Ладно, хорошо, я сюда заглянул. Но предположим. Я думаю, дроны это только первая часть, первый этап. Не может быть так все просто. Дрончик, вылезай оттуда. Держи нафиг. Все хорошо. И все что ли? В этих штуках должны люди стоять. Если людей нету, то они сами тоже не работают. Знаете, что нужно сделать по-любому? Ведь если они там стоят, они рано или поздно... меня заперли. Ведь они потом по-любому оживут, и мне с ним придется сражаться. Ладно, пошли. Майнд-контроль, я понял. Сюда. О, вы знаете, что я сейчас могу сделать? Я смогу взять под контроль дрона, робота. Ха. Садимся. А че же есть? Гасим, гасим. Все хорошо. Прикольно. Все окей. И как мне с тобой самим расправиться? А, я могу просто в тебя телепортнуться. Это забавно. Это хорошо, что дали так поиграть. Вторая точка. Ну вот, тут промежуточка был небольшой. Давай-ка возьмем побольше плоти. Нет, нельзя. Понятно.
Мы же можем их съесть. Что они здесь валяются просто так? Вот ты, например. Что здесь просто так валяешься? В чем проблема? Во, хорошо. Не получалось сорвать почему-то. Угу. Так. Пробил. Пока они там ходят, быстренько хватаем. Давай стреляй. Все хорошо. А, я не могу так. Досадно. Значит так. Жалко, я не могу с турелькой ничего сделать. Но, в принципе, нам не шибко нужно. А туда не попасть. Да, так по-быренькому. Есть, хорошо. Ладно, открываем. Чё такие нервные, а? Спокойно. Ха. Воу! Зараза. Я думал, что здесь место, в котором я уже был, потому что часто так бывает, что какие-то проходы открываются, ты там уже был реально. Давай, пошли. Переключай. Окей, я не очень понимаю, где это. Ну, где-то мат... Здесь? Ну, здесь, в принципе, да. Ладно, поедаем все это дело. Понял тебя. Прикольно зацепился. Там еще похавать можно. Я просто хочу посмотреть, куда он идет. И все, что ли? А, нет. Продолжает идти. И я не могу туда попасть, потому что... Да. Досадно. Ну ладно, зато мы можем посмотреть, что здесь. Но такое ощущение, если здесь трупак, то мы здесь... Да, мы здесь были, мы отключали эту самую как раз турельку. Это вызывает лифт обратно. Тихо, спокойно. Так, тебя мы пока что есть не будем. Ты нам еще пригодишься. Хотя мы можем в лифт зайти и просто-напросто, ну, из лифта это все сделать. Блин, зараза, закрылись там, ты посмотри. А здесь что творится? А почему они утонули? Как странно. Такие сытные. Нет, это нельзя ничего с ним сделать. Ладно, я к вам вернусь. По-любому. Пошли. Вау. Что-то немножко как-то меня зацепило, да? Сложно-сложно мне ехать на лифте, я понял. Ну ок, все хорошо. Да, здесь мы не были. Уровни становятся все больше и больше, обалдеть, это всего лишь третья точка. Вы че издеваетесь, разрабы, эй. Эй, разрабы. Ай. Не очень жирный. Отрубай ее нафиг. Прикольно. Если бы у меня был человек, я бы мог не съесть, а так... Давай сломаем нас, пожарный. Знаю я вас. Тихо. Это задница моя, блин. Плевать. Ломай.
Та же самая история. Я не знаю, стоит их ломать или нет, потому что... Во, хорошо, здесь точка. Просто потому что могут пригодиться. Плюс шорткат. Как странно. Я могу пройти здесь. О, умелка. Черт, откройся. Умелка. Я хочу его съесть. Кератоз. Отращивает прочную кератиновую оболочку, расходует энергию. Но теперь понятно, что с ними делать. Давай, сохранимся. Я просто хочу все-таки раздолбать их. Не вызывают они у меня доверия. Пошли нафиг. Ну, то есть отращиваем. Понятно, хорошо. Только энергии теперь нету. Здесь есть. Так, слушай. Но здесь можно кератоз использовать как раз. Ну, а можно попытаться быстро разнести, да? Иди сюда, я сказал. Ты что творишь? Столько здоровья впустую. А что если... Подожди. Черт. Хорошо. Этого раздолбали. Он меня увидит? Нет. Иди сюда. Так. Все понятно. Слушай, с этой штукой действительно удобно. Зарядись. Здесь проход открылся. А, кстати. Это здесь же сохранялка, нет? Оу, класс. Ладно, подожди. Мы здесь не были. А здесь? Вот сохранялка. Поглоти немножко, сохранимся. Я так понимаю, что здесь, вот где они ходили, здесь все. То есть здесь ничего больше интересного нет. Вон там вот энергии, все. Понятно. Так, стоп, аккуратно. Я хотел аккуратненько все провернуть. Блин. Как у тебя дела? Скажи мне. Она наверняка что-то сломала себе позвоночник. Ей нужно было избавить от мучений. Так, я понимаю, да. Но зачем? Что мне там нужно? Что это за фигня? А! Да ладно тебе. То есть мне нужно хватать... Понял тебя. Хватать эту торпеду. Давай. Тащить ее сюда. И взорвать ящик. Ты прикинь? Ну это прям очень жестко. Иди ко мне. Ладно, не буду их мучить. А, вон, класс. У них оружие-то есть. Нравится мне брать под контроль ребят с оружием. Интересно, чем он нас движет. Ах ты. Слушай, я могу взять под контроль половину тела? Половинку. Нет? Половинку нельзя. Да ладно тебе. Иди сюда. Так, ладно, хорошо. Пошли в эту сторону. Полюбасику там что-то интересное. Угу. И все, что ли? Какая там по счету пятая? Ну, поехали туда.
Так, нам нужно вызвать лифт. Ну или вот так вот. Прикольно, что сами можем сделать все. Да, верняк. Интересно, мы можем эту дверь тоже взорвать? Ладно, пошли. Вырубаем кератоз. Хорошо. Так, мне нужна энергия. Класс. Как предусмотрительно вы ее сюда положили. Все хорошо, есть. Интересно, тут что? Можно оставить биомассу и все, в принципе. А, мы ее отключили. Потому что я чувствую, там что-то сейчас веселое будет. У нас с вами остается последняя точка. Поехали. Че? Ау. Ну ладно, хорошо. Воу, спокойно. Да, нам нужно разместить будет биомассу. Но пока что... Да, я даже не могу это вытянуть, блин, зараза. То есть мне сейчас там нужно будет выбить пробку, потом вернуться, разместить еще биомассу вроде как, потому что... Я что-то там еще видел. А, хотя, может, и нет. Спокуха. Это круто. Сейчас главное, чтобы отвернулся его. Пойдем. Ты че случайно? Вставай. Интересно, он придет в себя? Пока стекло держит, давай. Садись. Хорошая броня у них, однако же. Тот, кто ее делал, может ей гордиться. Так, я только не понял одну деталь. А как мне? Понятно, видимо, никак. Ну и? Тебе вообще не страшно, что ли? Ничего не смущает? Во, хорошо, я дотянулся. Что-то у меня было такое ощущение, что... Я что-то упускаю. Здесь рычаг. Что? Что-то активировалось? Активировался дрон? Да, вот здесь убрался этот самый. Все хорошо. Хм. Это вариант. Ну ладно, пошли так. Дроны — это не так страшно. С дронами можно решить вопрос. А, все гораздо проще. Забавно. Ладно, давай сюда. Интересно, где выход? Я помню, я где-то видел табличку «Выход». Но где это было? И здесь взорвать нужно, понимаете? Точно. Давай. Угу. А, у меня нет этой штуки. Класс. Хорошо. Ребята, а вы серьезно, что ли? Бесстрашные. Так, секунду, да, я пройти не могу. Ну и плевать. Эту штуку переключить нельзя. Как странно. Привет. Я вас пока что трогать не буду, ладно? Особо. Вижу, я тебя вижу. Там дроны. А, вижу его. Отдыхай. Заперлась. Чё? Что здесь? Непонятно. Ребята, уши извините.
Подожди. Да давай. Ну, то есть здесь нам просто нужно дотащить эту фигню вниз. Кстати, справа давай взорвем. Вдруг в будущем пригодится, кто ж его знает. Тащим, 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 тащим. Да быстрее! А-а-а, не успел. Ну ты сосиска, черт побери. Давай, взяли. Цепанулись. Сюда. А что там внутри? А, ну просто это шорткат. Да, хорошо. Хотя... Значок такой странный. Область содержания 8. Понятно. Умелка. Ну, точнее, улучшалка, да. Электролизация. Повышает максимальный уровень энергии. Ну, я такой уже брал. Ничего особенного. Все, мы отсюда выбрались. Ну, не совсем. Война. Война никогда не меняется. Это Fallout. Полигон бронетехники. Ну что ж, полигон предлагаю проходить в следующем выпуске. Я думаю, что это либо предпоследний, либо последняя локация. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.